Фермеры следят за озимыми, дачники высаживают рассаду, а лесники готовятся к большой работе по посадке сеянцев. Лесовосстановительный сезон начнется в Ульяновской области в апреле, а сеять начнут, как сойдет снег. В этом году выращено стандартного посадочного материала более 20 миллионов штук, в основном сеянцы сосны обыкновенной. В 2024 году планируется лесовосстановление на землях лесного фонда в объеме 1500 гектар. Запланировано также дополнение лесных культур на площади 2700 гектар. Саженцы выращивают в разных уголках Ульяновской области, в том числе в Вишкаемском районе. Здесь на одном только участке пережили зиму 600 тысяч сеянцев. В местном лесничестве к будущим елям и соснам особая забота. После зимы начинается этап очернения. А если проще, то лесники посыпают снег золой. Это нужно для того, чтобы снежный покров сошел быстрее и можно было сразу подготовить посадочный материал к работе. Эта нехитрая процедура снижает риск заражения сеянцев различными заболеваниями. Параллельно с чернением лесники формируют так называемый холодильник или по-другому снежные кучи, покрытые опилками. А снежная база делаются для чего? Чтобы это выкопанные саженцы закладываем в снежные базы, чтобы не раскрылась почка и не пошла почка и не пошла в рост, чтобы корни были в холодильнике, чтобы никакого роста не было. А в апреле уже при посадке вынимаем их нужное нам количество, ведем в лес и рассаживаем. Следующими этапами работы станет агротехнический уход за лесными культурами и подготовка почвы для посадки будущего года. Напомним, повышение качества лесовосстановления – одна из задач проекта сохранения лесов нацпроекта «Экология», инициированная президентом Владимиром Путиным. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.